Сегодня у нас салат со свежего портулака. Я буду использовать только его листья. Так салат получается намного полезнее и готовится быстрее. Вкус у него просто потрясающий. Для салата берем 1 пучок свежего портулака, 2-3 помидора, огурец, листья базилика. Можно добавить укроп, петрушку. Для заправки берем оливковое масло, сок лимона, соль и перец по вкусу. Помидоры и огурец нарезать кубиками, зелень измельчить. Отправляю в миску огурец, помидоры, портулак, базилик, петрушку. Солю, перчу, добавляю сок лимона и оливковое масло. Портулак добавляет в супы, соусы, салаты. Это очень вкусно. Также его готовят с рагу, яйцами, мясом. Единственное растение с большим содержанием белка. Отличная еда для вегетарианцев. Любимая еда ежиков. Значительно снижает сахар. Это природный энергетик. Чуть повышает давление. Очень питателен и обладает прекрасными вкусовыми качествами при консервации. При высушивании отлично хранится в стеклянной банке. Добавлять за 10-15 минут до конца готовки в блюдо. Для еды выбирать те растения, что еще не дали семян. Тушат в бульоне, воде, сметане, томате. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!